Приветствую вас на канале AsmodayPlay. Мы продолжаем играть Снайпер 3. Давайте посмотрим, нашли нас после того, что я там натворил, напакостил. Нет, не нашли, знаете ли. Вот так вот. Если он единственный, кто там есть, то смысл мне его бояться. Так. Это, кстати, может быть просто один из выживших. А, нет, смотрите-ка, он там еще есть. Убийство в ближнем бою. На. Вот так и выводим из строя. Еще один. Где ты? Гранату только не кинь. Наверху? Где ты? Затихарился еще так. Опаньки. Давай. Я поднимусь повыше, чтобы я тебя хорошо видел. У меня от автомата, знаешь ли, патроны не бесконечные. А вот от винтовочки я себе найду. И кого там рассматриваешь? Ну, в дом забежал, да? Да. Еще один в доме, не забываю. Так. Покуда ты пойдешь? Давайте я подожду. Что, все? Нет, один-то еще должен быть, я так уверен в этом почему-то, который в доме или нет. Ну ладно, не будет его, видимо, отказываться. Пойдем вниз. У вас вот в домик еще два этажа целых обыскивать можно. Ух ты, тень хорошо, да, поставлена. Мне это нравится. Так. Для начала давайте посмотрим, что у меня здесь. Вот давай. Опа. Это вот любопытный был. Колодец. Откуда? Так, в этом доме я все просмотрел. Видимо, да. Так, в этом доме пока еще не было. Давайте закончим по порядочку с домами. Так, обыскали. Так, этого мы обыскали в подвал. Вот здесь вот карта поди какая-нибудь. Нет? Не эти карты, я имею в виду. Не игральные. Так, подождите, надо перевязаться же.
Ну, на два деления уже хорошо. Так, и чего у меня идет? Камушек. Вау, вот она, эсмина, да? Которая выпрыгивающая. Ну, вот теперь можно жить. Так, сначала возьмем. Я не успел прочитать. А как? Есть? Так. П. Рюкзак. Есть такое? Нет, видимо, все. Так и не прочел я. Хотя, подождите. Дневник какой-то, блин, загрузить, возобновить, сохранить. Нет. Так, информатор, удерживаемый фортиру. Так. Ну, ладно. Буду очень сильно. Ух ты! Так, минутку. М1, М1, а, так оно одно и то же. Так. Хорошо. Делаем диверсию. Вот так вот обрываются связи вот эти. Перерезать коммуникации. Первый этаж, второй этаж нам нужен. Чтобы все было хорошо, значит, у генерала. Ох, какой он. Все вы любите, чтобы у вас хорошо было. Да вот только это не сказка. Как вы привыкли. Так, куда это нам? Надо налево забирать. Но для начала надо все равно проверить. Опа. Ой-ой-ой. Ничего, ничего. Пусть они меня там поищут, а я пока здесь присмотрюсь. Нет, нифига. Смотрите-ка, они меня быстро нашли. Давай. Хорошо. Мы немножко изменим. Fire. А чего fire-то? Это по-английски вроде же. Так. Назад, назад, назад. Так, надо как-то... Как-то у меня есть что-нибудь? Типа гранаты. Ну, есть растяжка, правда. А как вы меня тут нашли-то? Так. Ну, сейчас они меня там поищут. Так, а мне надо перевязаться.
Вот так. Так, надо на камушек. Здесь есть у меня что-нибудь? Нету. Тихо, тихо, тихо. Чего такие внимательные стали? Вас стало меньше? Ай, господи, это не тот дом даже. Вот он, тот дом. Так. Место есть. Снайперская позиция. Сменить как на... Я даже не знаю, что из них лучше. Так, войти в укрытие для стрельбы. Давайте сначала пометим свои жертвы. Снайпера, снайпера. Построить диверсию. Ну ладно. Ух ты. Танк. Ну, надеюсь, он не на ходу. Так, а как мне устроить-то? Давайте в наглую будем. Вот так. Бум. Всех троих, надеюсь. На, взбан тебе. Так. На. Сейчас они пока ко мне залезут туда. Надо как можно больше успеть вывести из строя. Давай. Ну, не совсем ты бошку спрятал, значит. Не совсем. Не твое это в прятки играть. Вон там еще один должен быть. Вот так. На пулю там с каждым метром на ворот это оборот это наращивает. Ну и вот результат вам.
Что и требовалось доказать. Так, встаем. Вот такой я пакостник. Пойдем искать сейчас. Что от них осталось? Пулемет, господи. Так. Даже не знаю, где вот тут искать. Тут должно вас разметать было. Мама, не горюй. Так, вот первый окровавленный типок. Заметьте, у него еще граната на пузе. Можно еще и в гранату стрелять. Так. От танков ничего не осталось. Второй окровавленный типок, попавший под взрыв. А вон он, третий. Которого на гранате, это пузо, на пузе была граната. Вот, еще говорю, к нему бы кто-нибудь подошел и еще на ему добили бы. Так, сделать диверсию, да, можно было? Снайпер. Снайпер. Вот он, вон он. Видел. Давай. Ой. Давай, нет, надо сразу сейчас уйти. Так, обыскивайте мертвых. Вот так. Успешно ушел. Так, дальности, видимо, не хватает, ладно. Вот он. Что ты смотришь на меня? На. А ты не успел выстрелить, да? Блин, снайпер. Нет, блин. Я единственное, что сидишь там, падла, и не маячишь. Вот что тебе и помогало. Надеюсь, ты был один. Да кто там булька? Вы поймите, что я добрый-добрый, но это временный эффект. А вдруг как разозлюсь на вас? Так. Подождите, так, я отсюда вышел. Точно помню, я пострелял вот здесь вот гадов. Ага, ну, автомат это есть. Еще растяжки, видимо, здесь тоже можно было бахнуть. Неплохо. Понятно. Да че он, блин, калеч этот? Высоты-то нету. Можно устроить диверсию, диверсию, диверсию. Сейчас посмотрим, что мы здесь имеем. Вот кто в карты играет? Азартные... Ух ты. Азартные игры в армии запрещены. Так, так, так. А карта считается очень даже азартной игрой.
Так, надо он в то помещение сейчас еще сходить, посмотреть. Ну и туда, наверное. Ладно. По крайней мере, растяжки минус тут были. Это уже хорошо. Можно было свой зад прикрыть, заминировав. Ко мне подходы со спины. Где? Ага, нету опять никого. Вот, что-то взял. Это винтовочные патроны. Так, так, посмотрим, куда мне идти. Иду правильно вообще-то пока. Да. Еще кто-то есть. Ух ты, смотрите, кто-то еще есть. Да. О, ты господи. Я на какую-то новую территорию зашел и не заметил. Так, а он где? Где-то наверху, да? О, господи, тут стрельнул или что? Он думал, это случайный выстрел был. О, вот это тут еще второго с ним. Напарничек. А как вам подняться? На. Wachsam bleiben. На. Так, сойдет. Ну тихо же сделал. Так. Мне тоже наверх надо посмотреть, что там происходит. И что я вижу? Господи. Какое запустение и разруха творится у вас здесь. Ладно. Но мы не будем унывать. Где тут подъем-то? Я не понял, подъем-то где? Так, мне что-то это обойти надо, что ли? Я не потуда зашел, или что вы хотите мне этим сказать? А, вот. Не топтайся здесь. А это... Нас заметят. Ой. Ой-ой-ой. Там люди. Люди на блюде. Где ты, падла? А у него еще сосед тут есть. Следующего нужно уничтожить с этой стороны каньона. Итак, потихонечку. Первый. Второй. Обыскиваем, смотрим. Вот так вот с этой стороны каньона, значит, да, вы говорите, надо. Ну, раз надо, значит, надо. Кто я такой, чтобы спорить, да, с вами? Так, посмотрим, хоть я где был. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Итак. Это тело мы пометили. Я скажу, больше его надо убирать уже.
Давай, шум. Получилось? Нос. Не получилось. Так, обыскивайте мертвых. Поздно. Ладно, какой он глазастый-то. Меня увидели, спалили, давайте посмотрим. Ох ты, ах ты, все не космонавты. Так, нет, так не пойдет. Скрытый выстрел. Ну что ж, так, я думаю, пока на этом все тогда уже. Увидимся в следующей серии. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Пока.